Я их сейчас высадила, так они еле-еле-еле бедненькие клевали тут, как начали пить воду. Пили-пили-пили. Думаю, ай, время пройдет. Жалею, что раньше не купила. Время пройдет, а они вырастут. Корм у меня есть. Дай бог, пускай растут. Ну вот, прошло 3 месяца. Вот мои великаны. Ну ничего такие, под 5 килограмм есть. Стоит таких выращивать. Вот я считаю, в хозяйстве курочек простых, которые несутся на яйцо. И вот эти бройлеры на мясо. И больше замудряться не надо. Хотя вот индоуток точно я всех выведу. Не хочу бы. Хотя вот белые. Можно белых оставить. Гусей тоже выведу. Ну, хотя можно чуть-чуть оставить. И так каждый год. Каждый год божусь. Повыведу все хозяйство. А потом думаю, да пускай растут. Мне интересно в инкубаторах выводить их. Надо просто гусят, скорее всего, выводить в инкубаторе, гусятами продавать. Проблем меньше. Проблем меньше. Это гусенок 300 рублей, а большой здоровый гусь 1000. Да ну их. Лучше гусятами продавать, маленькими. Все, опыт приходит со временем. Пока шишек не набьешь сам. Так, ну вот они у меня. Завтра я, наверное, начну уже тушеночку делать. Замариную на копчение. Так, уже давно их надо было. Ну, они все. Теперь они у меня уже месяц едят только дробленку кукурузу и пшеницу. Никакого комбикорма. Только дробленка и вода. Все.